ну как видите, я снова в лесу и приехала сюда с конкретной целью. Хочу набрать волнушек. Насолила целую литровую банку, и каждый раз, когда открываю холодильник, вижу эту банку с этими розовыми грибами. Решила, что литра волнушек мне мало, ну конечно это мало. И пойду я еще поищу. Так, пока нашла масленок только, как-то сегодня не богато с грибами. Что вы хотите, конец октября. Последние уже грибочки. Мало очень. Еще кто-то до меня брал. Так, хорошая. Хорошая? Сейчас посмотрю. Да, хорошая. Так. Вон тут две было, нет? Нет, одна. Так. Мало грибов. Мало уже. Заморозки по ночам. Днем, конечно, тепло, но тем не менее уже грибы не успевают вырасти. Все-таки для грибов нужно, чтобы было тепло и мокро. Мокроты у нас хватает, сырости, а вот тепла уже нет. Так, что у меня тут? Вот волнушки, рыжик, масленок. Видите? Это кто-то до меня брал, видимо, вчера. Кто-то ломал грибы. Так, смотрим, может что-то пропущено. Даже не знаю, чем я сегодня хвастаться буду. Какую-то мелочь беру. Так, что тут у нас рыжик? Хороший. Сейчас проверим, хороший ли. Так, это что у нас? Гриб? Это что, дубовик? Ничего себе размерчик! Так, давайте мы его вот так. Вот. Это же дубовик, да? Да, дубовик. Мне кажется, это дубовик. Давайте посмотрим поближе. Ну, для дубовика поздно уже. Ну-ка. Ну-ка, иди назад, волнушка. Что еще показать? Разрезать напополам? Сейчас разрежу. Он считается условно съедобным. Его надо отварить перед тем, как жарить. Что-то делать с ним. Вот он прямо на поваленном дереве рос. Нет больше тут ничего. Ну-ка. Это камни. Видите, грибница, где была, корень вывернула ветром, наверное, это дерево. Так, тут у нас что, поганки. Так, что у нас тут? Какие грибы нам тут предлагают? Опять какое-то чудо местное. Есть что съедобное, это нет. Так, пойдемте на ту сторону, попробуем перепрыгнуть. Кстати, грибы, которые в прошлый раз я назвала поганушками, оказались говорушками. И кто-то их уже все покосил. Их там нет. Зато вот я нашла. Вот. Ой, поеденный. Поеденный грусть. А из груздей, кто-то мне написал, можно варить груздянку. Рецепт такой же, как для варки грибовницы. Картошка, лук, морковка и грибы. Так. А гулять по такому лесу одно удовольствие. Солнышко светит, дождя нет. Правда, сегодня холодно. С утра даже приморозило. С Неса выезжала, было 5 градусов. Сюда ехала, по дороге зажглась лампочка, что дороги обледенело, и быть осторожной. Температура была уже 3 градуса. Вот, значит, ночью она опускалась до нуля.
Но грибы, вы где? Ну вот как его не показать? Он просто просится, позирует. Посмотрите, какой красивый, красный, в белую крапинку. Мухоморов в этом лесу очень много. Кто ими лечится? Тогда вам сюда, за мухоморами. Лучше б съедобных было столько, сколько мухоморов. Я думаю, что пришло время подведения итогов. Итогов этого года грибного. Пора закрывать сезон. Грибы вареные закончились уже давно. Маслята были последний раз. Соленых тоже почти не осталось. Вот что сегодня я собрала. Смотрите. Причем большую часть занимает вот этот дубовик. Немного совсем у меня рыжиков. Рыжики были. Немного у меня волнушек, сыроежки, путники, коньки. Ну, все так помаленьку, штучно. В общем, за грибами можно уже не ходить, потому что ради этого даже пачкаться не стоит. Так, если только погулять, да на авось. Все, выходим из леса. Ах, какая погода сегодня. Повторяюсь, но не могу не сказать об этом. Ветра нет. Самое главное, что нет ветра. Рыжик, чижик, пыжик. Так, берем. Ну и, конечно, стоит вообще сказать про этот год, что он был не грибной по сравнению с прошедшим, с предыдущим годом, когда не собирал грибы только ленивый. Грибов не было. Мало их было очень. Там виклу люди собирали, но тоже разово. Такого ажиотажа, как прошлый год, не было. Прошлый год был, наверное, самым грибным в Ирландии за все годы, что я живу здесь.